Саламатсыздар бы урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин штабынын ыкчам штабынын жетекчисинин орун басары Мамбетов Касымбек Бейшенбековичтин кезектеги онлайн брифингин баштайбыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы ушул коронавирус боюнча акыркы кырдаал тууралуу сөз кылабыз. Сиздер онлайн брифингти Түзөөдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, 5-чи канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон ЛФМ, 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1-чи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем пресс-конференцию заместителя начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Мамбетова Касымбека Бейшенбековича. В пресс-центре республиканского штаба речь будет идти о нынешней ситуации в Кыргызстане в связи с коронавирусом. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо-24, Пирамида, областных телеканалах и медиа-центрах, радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Укмету, социальное правительство и Биринчи радио. Касымбек Бейшенбекович, вам слово. Спасибо. Здравствуйте. На 10 часов утра 4 апреля по республике 14 новых случаев подтвержденных COVID-19. В том числе в городе Бишкек 1, в Джалабадской области, они все в Сузакском районе, 6 случаев. В Ошской области, в Карасуйском районе 4 случая, на Укадском районе 1 случай. В целом по Ошской области 5 случаев, в городе Ош 2 случая. Таким образом, на сегодняшний день всего по республике 144 подтвержденных случая коронавируса. В том числе в Джалабадской области 67, Ошской области 35, Чуйской области 6, Баткенской области 3, в городе Ош 12 случаев, в городе Бишкек 15, Нарынской области 4 и Сыкульской области 2 случая. Из этих случаев 77 женщины, 67 мужчин. По возрасту детей 13, в том числе в возрасте до 1 года 2 случая. Лиц старше 55 лет 36 человек. Из всех госпитализированных коронавирусных больных 6 человек на сегодняшний день находится в реанимации. Подробнее. На Укадском районе мужчина 59 лет, состояние стабильно тяжелое. Город Ош, мужчина возраст 45 лет, крайне тяжелое состояние, находится на искусственной вентиляции легких с 1 апреля. Город Ош. Женщина 63 года, находится в стабильно тяжелом состоянии на кислородотерапии. Город Ош. Женщина 60 лет, состояние стабильно тяжелое. Фон у нее, к сожалению, сложный. 2 года назад перенесла инсульт, сейчас находится на кислородотерапии. Город Джалабад. Мужчина 33 года, состояние стабильно тяжелое. Из этого состояния он сейчас выходит, переведем в палату. Город Нарын. Женщина 60 лет, состояние стабильно тяжелое, находится на кислородной терапии. По поводу исследований. Всего по республике на сегодняшний день проведено 10 157 тест-исследований. За сутки 321 исследование. На обсервации по стране находится 1666 человек. За вот эти новые случаи, 14 случаев, за сутки выявлено 194 контактных лица. Из
подтвержденных случаев новых 5 являются завозными, 9 уже внутренние в результате контакта. Хочу особо подчеркнуть, что, к сожалению, среди медицинских работников есть уже выявленные положительные тесты. 8 человек было вчера, сегодня еще один человек добавился. Всего 9 медработников на сегодняшний день, они носители вируса. Урмату телекорчулер, бүнгүнгө карата саат 10-го 14 жаңы коронавирус оорусу табылды. Анын ичинде Бишкек шаарында бирөө, Жалабат областында, Сузак районунда 6, Ош областында, Карасууда 4, Ноокатта 1, Ош шаарында 2. Жалпы Кыргызстан боюнча бүгүнкү 144 жаранда коронавирус табылган. Анын ичинден Жалабат областынан 67, Ош областынан 35, Чүй областынан 6, Баткен областынан 3, Ош шаарынан 12, Бишкек шаарынан 15, Нарын областынан 4, Ысык Көл областынан 2. Жалпы 77 аял киши, 67 эркек. Жашына карап бөлсөк, 13 бала, анын ичинен 1 жашка чейин 2. 55 жаштан жогоркулардын саны 36. Ошол 144 оорулуу адам бардыгы госпитализацияга болгон, анын ичинде бүгүн 6 киши реанимацияда. Анымтап мынтипеме кылып бөлсөк, Ноокат районунда эркек киши 59 жашта стабилдүү оор акыбалда. Ош шаарында эркек киши 45 жашта өтө оор акыбалда ИВЛ аппаратында. Ош шаарында аял киши 63 жашта стабилдүү оор акыбалда, кислород менен азыр дем алып атат. Ош шаарында аял киши 60 жашта оор стабилдүү акыбалда, кислородто. Жалабат шаарында эркек киши 33 жашта стабилдүү оор акыбалда. Азыр динамикасы жакшы болуп атат. Кудай буйруса бүгүн палатага которобуз. Нарын шаарында аял киши 60 жашта оор стабилдүү акыбалда, кислородто дем алып атат. Тесттен өтүлгөн жарандардын саны 10157. Ошо бир сутканын ичинде 321 тест изилдөө өткөрүлдү. Обсервацияда 1666 киши бар. Мына акыркы 14 жаңы учурлардын ичинен 194 азыр контактныйлар бардыгы изилдеп табылып, азыр ошо боюнча иш жүргүзүлүп атат. 14 кишинин ичинен 5 сырттан келген жарандар, 9 ушу Кыргызстанда контакт менен ушу жугузулган. Анан дагы өзгөчө мындай маалымат берейин, деп кетейин, ушул жаңы учурлардын ичинде 2 күн ичинде 8 киши, бүгүн дагы бирөө кошулду, 9 медицина кызматкерлери ушул коронавирус плюс болуп чыкты. Рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин штабынын жетекчисинин орун басары Мамбетов Касымбек Бейшенбековичтин басма сөз жыйыны ушуну менен аяктады. Брифингди Түзөводон, ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-чи канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон Эл ФМ, 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалыматтык агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1-чи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар.
Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы заканчиваем наш брифинг заместителя начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Мамбетова Касымбека Бейшенбековича в пресс-центре республиканского штаба. Прямой эфир вы могли увидеть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, ЛТО-24, Пирамида, областных телеканалах и медиа-центрах, радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Кыргызская национальная информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Спасибо за внимание.